Только вчера вышло видео анонс скидок на смартфоны Oktel и Qubot, и вот вам еще один анонс. Dooji, а вообще правильно произносить Dooji, готовит мировую премьеру смартфона Dooji N30. Так что борьба за покупателя в лоу-сегменте обостряется. Цена на старте продаж, а именно распродажа будет проходить с 5 по 11 октября, будет 100 вечно зеленых. И это без учета купонов и кэшбэка. Сейчас можно просто добавить смартфон в корзину и оплатить 5 октября. Какова будет оптимизация железа и как это все будет работать, я вам смогу сказать только после обзора. Так что не забываем подписаться на канал и активировать колокольчик, тогда вы не пропустите анонс или обзор нужного именно для вас товара. Ну а теперь быстро пройдемся по характеристикам смартфона. Dooji N30 будет доступен в белом, черном, зеленом и голубом мистическом и магическом цвете. На борту будет 128 гигабайт встроенной памяти, разрешение основной камеры 16 мегапикселей, фронтальной 8 мегапикселей, Bluetooth 5.0, глобальная версия. Разрешение экрана HD, присутствует разъем Type-C и 3,5 мм. Процессор MTK 6762, диагональ экрана 6,55, в другом источнике 6,59 дюйма. В общем, лопата. Емкость батареи 4500 мАч, оперативная память 4 гига, запись видео Full HD 30 кадров в секунду. NFC нет. Думаю, этот смартфон также найдет своих покупателей. Еще раз, если вам понравился смартфон, ссылка на продавца под видео, добавляете в корзину и оплачиваете 5 октября. Именно тогда начинается старт продаж и акционная цена 100 баксов. Хороших вам покупок!